За 5 месяцев этого года в районе и городе произошло 1268 ДТП, из них почти сотни происшествий с пострадавшими. 14 человек погибли, двое из них дети. Эти страшные цифры и гибель очередного ребенка на дороге заставили сотрудников ГИБДД серьезно задуматься о мерах предотвращения дальнейших трагедий. Было решено бороться с беспределом на дорогах, так сказать, всем миром. Инспекторы ГИБДД расклеят листовки с номерами телефонов для информаторов. По телефонам доверия можно будет анонимно сообщить любую информацию о беспорядке на дорогах, а также о пьяных водителях. Также инспекторы выйдут к народу. Они будут устраивать сходы граждан и специальные рейды. Татьяна Балнева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.